Современные масштабы применения трубопроводных систем выдвигают особые требования к их гидравлическим расчетам. В процессе эксплуатации трубопроводов случаются аварийные ситуации. Например, внезапное прекращение электропитания насосной установки приводит к резкому изменению скорости течения жидкости. Возникает гидравлический удар. Неустановившееся движение жидкости с резкими колебаниями давления, опасными для трубопровода. Могут быть разорваны его стенки, задвижка, нарушена герметичность фланцевых соединений, повреждены стыки. Подобные аварии вызвали в свое время необходимость разработки теории гидравлического удара. Работая над своей классической формулой, Жуковский учел упругие свойства жидкости и стенок трубопровода. Жидкость, текущая в трубе, имеет запас кинетической энергии. Если мгновенно закрыть кран, преобразованная энергия вызовет резкое, как взрыв, повышение давления, гидравлический удар. Скорость, давление и плотность жидкости изменяются во времени и по длине трубопровода. С закрытием задвижки жидкость, вследствие ее сжимаемости, останавливается не вся сразу, а слой за слоем. Так что гидравлический удар – волновой процесс. Это очень похоже на то, как вагоны поезда при остановке, вследствие упругости буферных пружин, поочередно воспринимают толчок локомотива. Упруга не только жидкость, текущая в трубе, упруги и стенки трубы. Быть может, не в такой степени, как резиновый шланг, но достаточно, чтобы влиять на процесс распространения волны гидравлического удара. При гидравлическом ударе максимальное давление в трубопроводе превышает нормальное гидродинамическое давление установившегося течения на дополнительное ударное давление. Ударное давление пропорционально плотности жидкости в трубопроводе, скорости ее течения до удара и скорости распространения вдоль трубопровода волны гидравлического удара. Как влияет упругость стенок на скорость распространения волны? В трубопроводе с абсолютно жесткими стенками эта волна распространяется со скоростью акустических волн в жидкой среде. Для трубопровода с упругими стенками скорость такой ударной волны меньше, но все же доходит до 1000 метров в секунду. Рассмотрим процесс распространения волн гидравлического удара без учета потерь энергии. Когда ударная волна движется к резервуару с жидкостью, давление за ней повышается по отношению к его начальной величине, в то время как первоначальная скорость потока падает до нуля. Ударная волна доходит до резервуара, и сжатая жидкость
в расширенной трубе, под действием перепада давлений, начинает двигаться в обратном направлении, в сторону резервуара. Идет процесс выравнивания давлений в трубе и резервуаре. Сжатая жидкость, слой за слоем, расширяется, упругие стенки трубы возвращаются в первоначальное состояние. Возникает отраженная волна, за которой жидкость течет в обратном направлении с первоначальной скоростью. Ударная волна возвращается к задвижке, а жидкость все еще продолжает течь в резервуар. Из-за этого жидкостная колонна в трубе стремится оторваться от задвижки. Появляется волна пониженного давления, оставляющая за собой сжавшиеся стенки трубы и расширившуюся жидкость, где скорость потока стала равной нулю. Когда вся труба заполняется расширившейся жидкостью, давление в ней понижается, и под действием перепада давлений жидкость начинает двигаться в первоначальном направлении. За новой отраженной волной у жидкости остается первоначальная скорость и давление. Стенки трубы не деформированы. В тот момент, когда эта волна достигает задвижки, трубопровод и жидкость находятся в точно таком же состоянии, как в момент закрытия задвижки. Поэтому все стадии гидравлического удара повторяются снова и снова. Периодически изменяется давление жидкости и скорость ее течения в трубопроводе. Жидкость сжимается и расширяется. В процессе развития гидравлического удара периодически изменяется диаметр трубопровода. Трубопровод пульсирует подобно кровеносным сосудам, которые наполняются и опадают в такт ударом сердца. С помощью медицинского стетоскопа можно услышать и пульс гидравлического удара, поскольку изменение давления в трубопроводе циклически повторяются. Построим диаграмму давлений для сечения трубопровода у задвижки. Условное начало отсчета времени, точка Т нулевое, соответствует моменту мгновенного закрытия задвижки. Прохождение ударной волны регистрируется скачками давления на диаграмме. В остальные равные промежутки времени, которые называют фазами удара, давление по отношению к начальному либо повышено, либо понижено. Период циклических колебаний массы воды при гидравлическом ударе равен сумме фаз пониженного и повышенного давления. Показания приборов дают наглядную картину процесса и позволяют количественно оценить его.
более сложных установках используют быстродействующую электронную аппаратуру. Сигналы датчиков давления, записанные осциллографом, демонстрируют характер колебаний массы жидкости в трубопроводе. Гидравлический удар, который начинается с волны повышенного давления, называют положительным. Если же удар начинается с пониженного давления, его называют отрицательным. Такой удар возникает, например, по другую сторону задвижки при резком ее закрывании. Из-за сильного понижения давления сплошность жидкости может быть нарушена. В этом случае говорят о гидравлическом ударе с разрывом сплошности потока. До тех пор, пока самое низкое давление не достигнет давления насыщенных паров жидкости, ее упругость сохраняется. Значит, и гидравлический удар остается упругим. Если же расчетное ударное давление больше или равно разнице первоначального давления в трубопроводе и давления насыщенных паров, сплошность жидкости нарушается. Возникает гидравлический удар с разрывом сплошности потока. При этом минимальное давление равно давлению насыщенных паров жидкости, а максимальное ударное давление может быть больше, чем найденное по формуле Жуковского. Фазы повышенного и пониженного давления несимметричны относительно уровня начального давления. На протяжении фазы пониженного давления в жидкости образуются пустоты, развивается процесс кавитации, своего рода холодное кипение. Гидравлический удар с разрывом сплошности потока может возникнуть при внезапной остановке насоса, питающего магистральный трубопровод, например, дождевальных установок. Подача жидкости насосом прекращается, а ее движение в трубопроводе продолжается по инерции. Здесь насос с обратным клапаном выполняет роль задвижки в начале трубопровода, при мгновенном закрывании которой возникает отрицательный гидроудар с разрывом сплошности потока. Физические явления, связанные с разрывом сплошности потока, начали изучать еще кораблестроители, когда столкнулись с эффектом кавитации на грибных винтах. Кавитацией называют нарушение целостности, сплошности жидкости с образованием полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Газ растворен в жидкости и выделяется из нее при понижении давления. Пары жидкости
образуется не только при ее нагревании, но и при быстром снижении давления до определенного уровня, что по аналогии называют холодным кипением. При отрицательном гидравлическом ударе, когда давление в трубопроводе понижается до атмосферного, начинается выделение растворенного в жидкости газа. Образуются газовые пузырьки каверны. Дальнейшее падение давления до уровня давления насыщенных паров резко активизирует образование парогазовых или паровоздушных каверн. Оторвавшаяся от задвижки жидкостная колонна возвращается к месту разрыва. Каверна, схлопываясь, вызывает резкое повышение давления, что может привести к разрушению стенок трубопровода. Чтобы предотвратить аварии, разработать устройство защиты, нужны точные расчеты. Для сложных гидросистем расчеты гидравлического удара с разрывом сплошности потока выполняют на ЭВМ. В машинных расчетах можно учесть наличие в жидкости растворенного и нерастворенного газа, задать различные начальные и граничные условия. С помощью расчетов определяют наиболее опасное сечение водоводов с экстремальными значениями давлений, что позволяет расположить в этих сечениях гасители гидравлического удара. Расчеты гидравлического удара – важный элемент проектирования современных гидросистем.